Видео подготовлено онлайн gdz.net с заданием номер 6.19. На координатной плоскости x у y найдите точку, симметричную данной точке относительно начала координат. Прямая А имеет координаты 5 и 7. То есть точка А у нас имеет координату абсциссу 5, а ординату 7. И где-то на пересечении этих точек у нас и располагается точка А. Вот если абсцисса, вот мы определили абсциссу, вот ее ордината, и вот она сама точка А с координатами 5 и 7. Чтобы она была симметрична относительно начала координат, нам необходимо переместиться в третью четверть и найти некую точку А1 с координатами минус 5, минус 7. Итак, строим прямую из точки минус 5, строим прямую минус 7. Как раз на их пересечении находится прямо точка А1 с координатами минус 5, минус 7. Пример Б. У нас есть точка Б с координатами 0, 8. Координаты 0, 8 указывают на то, что эта точка расположена на оси Y. И вот ее... Вот так вот она у нас располагается. Давайте продлим тогда ось. У нас она коротковата. Вот. Это у нас точка B 0,8. Симметрично ей будет точка B1 с координатами 0, минус 8. Точка С с координатами 7,1 у нас располагается вот она в первой четверти. С с координатами 7, извините, 7 минус 1. Если у нас С имеет координаты 7 минус 1, это значит, что она у нас располагается вот здесь в четвертой четверти. Это у нас будет точка С с координатами 7, минус 1. Симметрично ей будет точка с координатами минус 7, 1. Вот, это точка С1 с координатами минус 7, 1. И последняя у нас точка D с координатами минус 3, 0. Минус 3, 0, она у нас лежит на прямой ОХ. Это у нас D с координатами минус 3, 0. Асимметрично ей будет точка D1 с координатами 3, 0. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас возникли вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки в описании.